Раздамажил очень сильно Кура. Хилься. Он Я хилится. Ебну. Подожди. Давай. У тебя дырка. Я взяла гранату в руку! Больная женщина. Что тут сказать? Ты видела это? Поэтому впереди еще жаркие сражения только предстоят. Поэтому расстраиваться пока не стоит. Это всего лишь первая игра. Вот. Ну, не повезло, не зарандомило. Ребята наши погибли, считай, в чистом поле. Ну, Нави вообще просто их расстреляли, да, по пути там найти. Нет, сори, это как раз Victory 5 и Team 17. Хотя там была такая ситуация, то что Вега на самом деле заходили в спину. Че это было? Ебать! Привет, как дела, свинья? Давай нахуй ты хрипнул. Я случайно? Да не, специально отвечаю. Да. Отвечаю специально. Вот они лидеры третьего матча. Иван настрелял 6 фрагов по команде 4. GGLED из команды Divine Esports, которую мы, кстати, пока все еще не видим, да, там особо активно в последних стадиях. Шу из Team 17, если я не ошибаюсь. Да, так и есть. Они, да, 3 фрага для него, и Шейд также 3 фрага. Интересно было бы действительно, если будет у нас такая возможность, посмотреть именно на количество дэмэджа общего, который нанесли команды. Ну и вот, вот, собственно, дэмэдж. Ой, тут вообще просто очень много. Шейд, у которого 3 фрага. Ладно, окей, блядь. Ок, я понял. Бля, вопросов в ноль. Но больше не буду никогда брать эту. So some of the cities were not as strong as they were before, but still viable. That's where we usually see some of the, you know, open areas where it's kind of just a crash site or whatever. Then they took those compounds out and moved them out because spaced around the map. So for the duration of Miramar, not everybody's used to it. I think this is the second time we're playing Miramar for some of these teams. GLL, of course, was also Miramar. But this is the first time that these teams are playing this iteration in a competitive mode. And our well, Varge just soaking up this information, feeding it to his teammates, and trying to decide, you know, when do I take the shots, if I take the shots, and now is the time. He spots out Boxic and Drayden all alone, trying to get out of dodge, and Boxic accidentally runs over Drayden, gives Varge exactly what he needs to take him down and out, just needs to have the connections. Yeah, he was waiting for the knights to be split up enough to have less of a chance of getting punished, but he's actually going for more, but he takes a lot of shots off the distance. Looks like get the fastest kill, so that's gonna be it. There's no more duos left alive. There we go, Сайлар bleeds out, Spike's going down. Мне кажется, ему можно было Storm, по-моему, левее. Ой, походу... И он бы выжил здесь, вот так. Именно своего хайграунда. Я бы назвал это неуверенностью на самом деле. Кстати, вот эта возможно позиция, где находится сейчас М19, я как раз Миша рассказывал, что мне она очень не нравится. Не люблю такие кемпы, когда одна из сторон кемпа выходит на хайграунд. И, собственно говоря, Team 17 уничтожили полностью команду М19 в этом же кемпе. Ой-ой-ой. После этого Иван они этот кемп заняли и подошли туда как раз X-Quest. И еще одного забрали из уже Team 17, так что позиция там не очень. That they can't secret
Look at Fiend. He's all by himself, but he is not going down easily. Okay, he went down easily. But that's going to be it for Secret as they go out in seventh place. But MVP still four strong, still holding down that southern part of the circle as Optic is... Коли ты там терся, блядь? Я не могу, блядь! Почему ты в него не стрелял, блядь? Сука. Бля. Мне, кстати, кажется, он этот, меня убил. Блядь, он же видел, смотрите. Что это? Что ты делаешь? Что ты делаешь, сука? Что? Сука! У-у-у! Еще есть один. Все. Все, они уже едут назад, я слышу. Да пофигу. Ты не думай. Давайте займем какие-то бочки, не знаю, что-то, не? Задача была занести. Вон они уже здесь, я говорю, пока мы вас не видим. Направо, иди направо. Все, гони куда. Пожалуйста, я же прошу идти направо, почему ты поворачиваешь налево? Потому что меня развернуло налево, блядь. Ну, в принципе, дефолтные вот эти вафляные решения, полчаса. Здесь никто не будет вас ждать, решения должны приниматься ежесекундно и сразу же. Вы видели, да? То есть его вот так вот кидануло тачкой, я ему дал в башку, и он выжил. Ок. Вопросов ноль. Просто ноль вопросов. Вообще, блядь, ноль. Как бы я ни спреял, просто иди нахуй, игра. Чувак вылетел вот так вот с машины, блядь, и вот машина толкнула. Я попал ему в башку. Он еще вот здесь пизданулся. Да, нормально все? Бля, охуенная игра, люблю ее. Прям сделано... А, я понял, в принципе, согласен.